и почему так происходит. Но есть еще наш Александр Домогаров. Сказала про эту звездную дорожку, а я вспомнила, мы репетировали спектакль «Деревья умирают стоя». Нина Афанасьевна, Владимир Михайлович, я и Саша. И Владимир Михайлович как-то на репетиции говорит, понимаете, все-таки наше вот эти молодое поколение, они все-таки, понимаете, конечно, дисциплина страдает. Вот то ли дело мы. А мы тогда были очень молодыми. Саша особенно, но и я тоже. Вот так, были очень молодые. Они сидят, два пожилых, как он говорит, понимаете, ребят, вот это вот сейчас дисциплина вообще безобразная, хромает и все. То ли дело наше поколение, вот ты, Нина, я, Олечка, Саша. Мы с Сашей переглянулись, думаем, как он нас писал, наше поколение, что-то рановато. Но мы, конечно, были счастливы. Сейчас всякий раз, встречая Сашу, и наблюдая его работы, вот я лично всегда как-то вот как наш, вот наше поколение, это, наверное, что-то было сказано такое магическое. Потому что вот я говорю, наш Домогаров, я сейчас посмотрела фильм большой, и вдруг увидела его блестящую работу, и мое сердце ёкнуло. Саша, ну скажи, если ты как будешь? Петь будешь? Я еще не пытался вспомнить кукушку, я, честно говоря, не вспомнил. Ну, говори. Я ненадолго отвлекла, что я. Во-первых, я хочу сказать, вот здесь очень много замечательных артистов, режиссеров. Все здесь просто так. И, наверное, они не народные. Артисты Советского Союза. Они народные. Они просто народные. Я хочу сказать спасибо этому театру. Я хочу сказать спасибо этой сцене. Это моя школа от гвоздя битого в половине и вешанием кулис и штангетов, и все роли, которые потом пошли. Я благодарен театру, я благодарен этой святой сцене, где молодому артисту выпало, ну, я не знаю, какое это счастье, какой-то великий случай, его величество случай, чтобы работать на сцене с Ниной Афанасьевной и Владимиром Михайловичем. То, что он мне говорил, что мы сейчас разговариваем совсем, понимаешь? Вот совсем, мне надо даже веером разговаривать, веером. Отсюда начинаешь, там заканчиваешь. Все понятно. Нина Афанасьевна другая. Нина Афанасьевна только вот на лестнице появлялась там, где умирает стоя. И зал уже все, зал уже вставал, ну, он уже не умолкал. Надо было выждать эту паузу, как ты помнишь, да? Ну, Лорисо, и все. И вот мы с Ольгой Михайловной ожидали эту паузу. Как вам сказать, это не то, что учителя, я молодой, не понимал, вот как сразу, вот это да, это наше поколение, знаешь, это все, наше поколение, вот, ну, Олечка, ты там, Саша, ты. Потом сколько раз мы встречались на площадке, мы пели, я смотрел на него, Господи, Боже мой, думаю, откуда это, что это такое, я вас всегда любил, вас всегда люблю, женщина. Что заканчивался концерт, он еще танцевал при этом, Владимир Михайлович. В общем, я говорю вам спасибо, спасибо, спасибо всем вам. Спасибо. Великолепные люди, они